Настоящий ледовый мюзикл «Кармен» идет с начала лета, а десятки тысяч зрителей уже увидели выступления звезд фигурного катания. Каждый вечер в ледовом дворце «Айсберг» аншлаг. По словам режиссера мюзикла Ильи Вербуха, в Сочи спортсмены уже чувствуют себя как дома. А то радушие, с которым зрители каждый раз встречают фигуристов, мотивирует на новые акции. Нам хочется тоже делать какие-то ответные акции, ответные подарки, потому что хотелось бы, чтобы мы действительно по-настоящему стали одной большой семьей. И эта идея, которая родилась в недрах администрации города Сочи, и мы ее всячески поддержали. Проект осуществили совместно с городской администрацией. Пригласительные билеты получили 146 учреждений. Шоу увидели работники школ, дополнительных учебных центров и спортивных секций. В честь нового учебного года сегодня у администрации города выпала уникальная возможность поздравить всех наших учителей. Ну, конечно, не всех, а тысячи человек. Уверен, что уникальная возможность, которая выпала сегодня для наших учителей, в том числе тренеров детских спортивных школ, это просмотр спектакля ледового мюзикла Ильи Вербуха «Кармен». Таким подарком учителя остались довольны. Отмечают, очень важно начинать учебный год с положительных эмоций. Вы знаете, это шикарный, это потрясающий подарок. Почему? Потому что в преддверии учебного года нужно и просто острая необходимость вот настолько вот глубоко войти, вдохновиться, вот чтобы потом все это нести. Причем у меня сегодня возникла сразу мысль. Приду сегодня, обязательно перечитаю. Рада, конечно. В начале учебного года очень приятный подарок. Положил положительные эмоции. Все замечательно. Дочь подарила нам с мужем вот такой прекрасный сегодня праздник. Ну, во-первых, праздник прекрасный, спектакль прекрасный. И что особенно нас удивило, я сама из города Краснодара, вот я не помню, чтобы администрация города дарила такие подарки учителям. Было приятно. Это не последняя акция от продюсерского центра Ильи Вербуха. Сейчас планируется запустить специальное предложение, которое будет действовать до 30 сентября. Все школьники и учителя смогут купить билеты на «Кармен» со скидкой. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.